приготовления кекса с изюмом нам понадобятся следующие ингредиенты. 4 яйца, 1,5 стакана муки, стакан сахара, 100 грамм подсолнечного масла, изюм, а также сода и уксус или разрыхлитель. Изюм заливаем кипятком и оставляем на несколько минут. Вбиваем 4 яйца в емкость для приготовления теста. Добавляем сахар. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом, маргарином, либо подсолнечным маслом и слегка посыпаем мукой. Вбиваем яйца с сахаром. Взбитым яйцам добавляем муку. После этого доливаем подсолнечное масло. Соду гасим уксусом. Это 1/2 чайной ложки соды. И заливаем сверху до полного погашения уксусом, либо лимонной кислотой. Добавляем все это в тесто. Тесто перемешиваем ложкой по часовой стрелке, не спеша, до однородной массы. В тесто добавляем изюм, предварительно высушенный на салфетке, либо на полотенце. И еще раз перемешиваем по часовой стрелке. Готовое тесто выкладываем в форму. Форму с кексом ставим в духовку на 25 минут. Духовка должна быть разогрета предварительно до 180 градусов. Через 25 минут кекс вытягиваем из духовки и переворачиваем. И ставим еще на 15 минут. В общем, кекс должен находиться в духовке в течение 40 минут. Через 40 минут достаем наш кекс из духовки. Кекс с изюмом готов. Приятного аппетита! После посыпки пудрой кекс можно подавать к столу. Приятного аппетита!